Мы закрыли эти погранпереходы прежде всего из-за контрабанды. Чтобы решить эту проблему, мы готовы принять решение о закрытии всей границы с Беларусью, если этого потребуют обстоятельства, при условии, что это будет региональное решение. Если только одна страна закроет свои границы, это будет неэффективно. Это должно быть совместное решение. Если будет решено закрыть границы с Российской Федерацией и Беларусью, то Польша, Латвия, Литва и Эстония должны сделать это одновременно. Выезжаем с литовской границы. С 9, так сколько сейчас время, с часу 45 в регистрации электронной очереди, сейчас 16:59. Ну вот такая очередь на въезд в Беларусь. Ma non sapevo, ho pensato, он, ma hai visto come? В общем, литовцы не хотят работать. Граница пустая. Мы сидели после паспортного контроля. Час ждали. Мама мия. Беняконе, ребята. Я как бы начинаю свои видео не совсем правильно, поэтому проходите на мои предыдущие видео. Вот эту очередь на вход. Мано. Ну, лосо. Forse passano se vanno così. Ma tu hai visto che dentro non c'è nessuno che in Bielorussia come vengono subito fa passano. Lituania non fa passare. Литовская пограничная служба не дает паспорта. Кетчентро. Литвания, Джакомо, ке Беларусь. У меня такое было впечатление, я на прошлом видео сказала, что... Мама мия, парке аванти коси маккина. Либо на границе нет никого, аспетта. Либо так плохо хотят. Ну вот закончилось. Обалдеть. А вот опять, вот дальше. Видите, продолжается очередь, только уже с этой стороны. Questa parte, non di là, questa parte, по-моему. И это очередь на въезд в Беларусь. Все машут. 300. Соридано парнампьянджеры. Улыбается, чтобы не заплакать. И веселятся, чтобы не заплакать. Ты вот смотрите, какая очередь. Обалдеть. Мама мия. Ребята, не пропускает литовская граница. Она пустая. Как я уже там говорила вам, когда мы стояли, белорусскую мы прошли очень быстро, и мы нас не выпускали, потому что не было места для того, чтобы поехать вперед. Из
за литовской они стопорят. Мы очень быстро прошли паспортный контроль, но говорю, минут 40 ждали, чтобы нас посмотрел таможенник. И новшество. С 1 числа Литва издала новый, 30-го издала закон, который действует с сегодняшнего числа. С сегодняшнего числа нельзя ни одного литра алкоголя, ни пива, ни одной бутылочки, ничего из алкоголя вообще нельзя. Не говоря уже о тех запрещенных продуктах, которые мясо, молоко, там все остальное прочее. No, questo hanno messo per buttare spazzatura. Это вот фуры стоят. Я такого ужаса еще не видела. Никогда. То инсталату, импостату, си, навигатор. 6 ore. Андаре. Нам до Варшавы 6 часов. И тотали, quando abbiamo finito alle 5, sì? Che ore sono adesso? Quanto ore siamo stati? 5. С двух ноты. 3, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 15 ore. Siamo stati. Abres l'altra volta 13. 15 ore. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 и altre 5. 17 ore. О, 17, no. 15, alle 2, alle 2. Alle 2 notte, sì. Stanotte. Siamo partiti. Tu stai a fare il calcolo dalla dogana? Sì, certo, certo. Dogana. Non da quando siamo partiti. No, dogana. Alle 2 siamo arrivati? Sì, l'1.45 essere preciso. Dove vai? Devo girare. Sbagliato. Va bene. Va bene. Lida, 52 km. Ошибись. Значит, мы стояли в общей очереди. Слушайте, столько мыслей вообще. Мы стояли в общей очереди, белорусы нас не пропускали, хотя мы на европейских номерах, в Польше этого нет, а в Литве есть. Есть коридор для машин на европейских номерах. И мы прошли, поэтому, ну, немножко сократили, может быть, на пару часов. Penso che un paio di ore abbiamo guadagnato perché non siamo stati insieme con Belorussi. Siamo state a parte un paio di ore. Il controllo passaporto abbiamo passato molto veloce. E gentile, non con te, con me. La ragazza mi ha fatto. Девушка была на паспортном контроле очень приятная, классная. Вот. А проблема была с пограничником, молодой хлопец увидел, что какие продукты везете, запечатанные. Я говорю, да, везем, у нас были овсяные печенья, там еще куча. В общем, такая девушка была такая приятная, сказала, что за воротник умерла, жалко, когда умирают молодые и все такое прочее, в общем, хорошо, так. А вот парень, который, ну, проблемы были, я просто надорвала
пакеты с печеньем. Ну, честно говоря, он не стал придираться, не стал просматривать все. Я была такая готова, все, что нужно. Но мы действительно не знали, что нельзя алкоголь, что нельзя ничего. Впереди нас были белорусские машины. Алкоголь занесли они, наверное, выкинули. Может, штрафы не взяли, потому что вернулись быстро. Но говорят, что нельзя ничего. Ноль алкоголя, ноль сигарет, ничего нельзя. Ни сахар, ничего. Ни сахар, ни муку, ничего нельзя. Однажды ветер пригласил на танец листья. Ну, на капитаменты. Ведь танго страстно закружил порывом выстрел. Он их любил, он их ласкал. Едем по навигатору, не знаю, как. 6 часов. Просил прощения и прощал, прощай. Брест-то, конечно, было бы быстрее. Вот так и мы вдвоем с тобой поверим. Ой, ребят, не могу собраться с мыслями. В общем, короче, 15 часов. Надо сходить своим, что мы все прошли. Все, всем пока-пока. Что смоет листья и цветы судьба дождями. Танец осенний, танцуем с тобой. Танец осенний, с опавшей листвой. Листья кружат и прощаются с ветром. Танец осенний, прощай и прости, может быть, где-нибудь там впереди новая встреча со сказочным летом. Друзья, мы едем вот по таким дорогам. И это Республика Польша. Но ремонт дороги идет. Что я вам хочу сказать? Проехали немного Литвы. Ну, вообще, дороги там ужасные. Кстати, польские вот тут, вот это вот самая плохая дорога, которую мы видели. В основном дороги всегда хорошие. Что я вам хочу сказать, что Словению мы проезжали, Венгрию мы проезжали, когда ехали сюда. Сейчас от Литвы. А до этого Польшу. В этот раз мы Австрию не ехали, не знаю. Достаточно обустроенная, чистая страна – это Польша. Вкладывают сюда деньги, государство заинтересовано в народе. Дороги практически везде отличные. Нигде не видно было разрушенных строений. Все чисто, аккуратно. Очень много сельскохозяйственных угодий. Изобилие, просто изобилие различных строительных мест. То есть керамика для полов, для потолка, для, ну, в общем, все для строительства настолько развито, очень много сельскохозяйственной техники, все дома такие, знаете, зажиточные, ухоженные. Ну, я не видела здесь, в Польше, таких вот неухоженных домов. Смотрите, какие поля. Чистота, красота. В какой-то город въезжаем. Вижу, по-моему, что это костел или что. Да. По-польски читать не умею. Заезжаем на конец-то, за многие-многие километры мы нашли заправку. Их настолько вот, мы ехали со стороны Вильнюса, наверное, получается.
Вот такое маленькое количество заправок, просто обалдеть, как мало. Так, выезжаем с заправки. Получился где-то евро 60 стоит 1 литр дизеля. Значит, разговаривают только по-польски, никакого английского, ничего, только польский. Задаешь вопрос, польский отвечает. В общем, такие поляки конкретные. Вот какая-то пекарня. Хлеб. Мотель. Проехали, не видно здесь его. Ну, вот фура, блин, закрыла все. Весь обзор. Стадион. Ой, кампер. Пятника. Какая-то пятница. Смотрите, река и туман. А с правой стороны такое заход солнца. Не знаю, если я увижу. Так, ну вот сглазила я что-то дороги-то. Сглазила. Первый раз вижу такие дороги в Польше. Так, давайте попробуем вот там. Закат красивый. Так, следующий еще город. Еще один стадион. И вот снова город. Стадион. Смотрите, сколько у них тут стадионов. Очень много плакатов. Lidl. Очень много плакатов. Политическая подоплека. Так, хотелось бы в какой-нибудь... Не Lidl, а какой-нибудь польский супермаркет. Бедровка или как они, Бедровка. Опять какой-то непонятный, как амфитеатр, стадион. Да, прохладновато, не тепло. Центр налево, а нам надо направо. Вот такие дома. Опять фура. Звальято. Сбальято. Ну и плевать, что здесь нельзя разворачиваться. Все равно.
давно. Такие вот они, итальянцы, чихать они хотели. Где захочу, там и развернусь. А ему не дали развернуться. Дома какие-то страшноватые. Ай-яй-яй. Едет, как будто не собирается разворачиваться. Аптека. Но тут же нигде не встать. Нотариус. Сотовая связь, Orange, Джим. Булочная. Какой-то терминал, кебаб. Парк с левой стороны. Бар. Варсавия дестра скрипта бу. Наверное, там торговый центр, галерея Лидл. Лидл. С правой стороны галереи, я так понимаю, это какой-то коммерческий центр. Макдональдс. Дизель 665. А нет. Вот тоже магазин. Бедронка. Пьячико лет супермеркату бедронка. Туда стало молто спацу. Cosa dobbiamo mangiare stasera? Tutto chiude. Tutto chiuso. Центр.
такие. Ну вот, пошли строительные всякие. Которых тут куча и маленькая тележка. Для Кэлли. Вот сейчас пошло много заправок. Прям совсем ничего не было. По дороге. Быстро. Такие же. Кьюза. Ну вот и закончился город. Даже и не пахнет. Ну вот коттеджные поселочки. Все, всем пока-пока.